Давайте я вам представлю нашего докладчика Дениса Желателева. Он является обучающим гештальт-терапевтом, он старший преподаватель, супервизор Санкт-Петербургского института гештальта, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и развития Ленинградского государственного университета имени Александра Сергеевича Пушкина. От себя я хочу сказать, ну, когда я учился в нашем институте, то мне как-то не удалось с Денисом познакомиться. Единственное, я помню, что на одной пятидневке на первом курсе он был одним из ко-терапевтов. И я, вы знаете, я тогда еще не понимал, буду я психологом, не буду психологом. Но я как-то не особо заострял внимание на преподавателя. Единственное, что я помню, когда я учился, мне очень рекомендовали посетить его семинар по телеске, его семинар по стыде, да, по стыду и вине, да. Вот. И с Денисом, наверное, я познакомился, когда стал стажироваться как преподаватель. И тут я, как бы, знаете, так почувствовал, почему мне рекомендовали его. Я сам человек, который, ну, довольно-таки долгое время проработал в больших структурах, и, то есть, я такой структурный человек. И когда я проходил у Дениса стажировку, мне на этих стажировках было очень интересно, потому что вот по мне у Дениса есть всегда четкая структура, и мне как-то это близко очень. И еще, знаете, хочу сказать, что это важная такая деталь. Мне кажется, что Денис очень щедро делится своими знаниями и опытом, которому, если я не ошибаюсь, больше 25 лет он уже в этой специальности. Вот, вот так я хотел обозначить про Дениса. Я сейчас пару слов скажу о своем докладе, да, так сказать, он не совсем такой привычной форме, не совсем привычный жанр, да, для конференций. Вот, и поэтому мне очень важно следить за текстом, да, чтобы, ну, не хочется ничего не забыть, да, не сбиться, вот, поэтому, да, я прошу, что, ну, у меня есть мечта оставить немножко времени в конце, да, чтобы ответить на вопросы, надеюсь, да, так сказать, что так и получится. Вот, поэтому я прошу, ну, так, не прерывать меня, да, в середине, но в конце, да, я действительно хочу как-то услышать вас, да, если какие-то вопросы, да, на них ответить. Вот, ну, наверное, все, да, так сказать, тогда давайте начнем потихонечку. Я хочу немножко рассказать предысторию вообще, да, и вот я уже начал говорить о том, что это такой необычный жанр, да, так сказать, в общем, ну, мое выступление, да, это, в общем, ну, такой не, ну, в такой непривычной форме, потому что это не методика, это не технология, это не дидактика, да, в общем, на улице лето, каникулы, да, так сказать, я уже, ну, в течение учебного года много преподаю, да, и поэтому я хочу вас, попросить вас настроиться в режим, да, такой, в режим получения удовольствия, да, так как если бы вы слушали художественное произведение. Да, то есть я не буду говорить что-то такое серьезное, что надо там записывать, это абсолютно неприкладная история. Да, это такой, ну, такой жанр, скорее, да, вот как художественную литературу, да, вот если вы слушали аудиокнигу, да, так сказать, вот примерно настройте себя на такой режим. Что-то да, я... Вот, потому что, ну, с одной стороны, информации будет много, да, и если вы будете пытаться ее как-то запомнить, да, это будет очень напряженно, да, а если вы будете просто следить за сюжетом, как в детективе, да, то я думаю, что вы получите удовольствие, да, и я, собственно говоря, хочу, да, настроить вас вот на такой каникулярный вариант, да, так сказать, слушания такого рассказа и получения удовольствия, да, ну, как если бы вы читали какую-то книгу. Почему так, да, потому что
А история, так сказать, этого выступления, да, она такова, что когда, так сказать, этой весной, да, случилась эпидемия карантин, то есть до него, точнее, да, так сказать, я готовил этот доклад для выступления на конференции в Рижском институте гештальта. Вот, ну, поскольку границы закрыли за карантин, ну, как-то я думал, ехать мне не ехать, делать мне не делать, да, и, в общем, как бы вопрос решился сам собой, да, так сказать, границы закрыли, ну, думаю, ну, и ладно, и бог с ним, да, вот. А потом Артур Домбровский, директор Рижского института гештальта, объявил, что будет такая вот первая онлайн-конференция. И решил вот подготовить такой доклад. Мне очень нравится иногда такой жанр, да, такого... ну, философского творчества, художественного творчества, да, так сказать, вот где-то, ну, на стыке, да, психотерапии и искусства, психотерапии и философии, да, ну, так, забавляюсь я так иногда, вот, и я начал писать доклад, да, так сказать, готовить доклад к этому произведению, вот на эту тему, да, так сказать, ну, он немножко по-другому назывался, да, так сказать, в общем, гештальтерапия от Данте Алигьери, да, то есть, что, собственно, я сделал, да, то есть я сделал такую необычную вещь, я через призму гештальт-теории, да, решил посмотреть на художественное произведение, да, ну, то есть применить, да, гештальт-подход как к исследованию, да, художественного произведения, да, и... этим произведением явилась «Божественная комедия» Данте Алигьери. Вот. И пока я писал доклад, сделал презентацию, да, вот, выступил. Но случилась такая непредвиденная штука, что я не смог остановиться. Ну, в общем, фонтан продолжал бить, да, и я продолжал писать. И, в общем, когда, так сказать, немножко, да, так сказать, немножко фонтан утих, да, я смог рационально думать, я понял, что надо что-то написать, да, в общем, как-то это оформить. И то, что я представляю вашему вниманию, это, в общем, такая, да, вот на сегодняшний день, да, история, да, про рассмотрение, да, божественной комедии Данте Алигьери, напомню, 14 век, да, вот, через призму гештальт-подхода. Поэтому я так, в общем, волнуюсь, да, поскольку я говорю, что это такой жанр необычный, форма, но я предлагаю вам расслабиться, да, и послушать, и как-то получить удовольствие такое же, как мне хочется заразить вас тем удовольствием, которое испытывал я, когда вот этой фонтан идей, да, у меня, так сказать, продолжал бить, да, когда я, так сказать, новые и новые идеи приходили мне в голову по поводу того, как еще можно, да, рассмотреть это произведение. Вот. Будет много информации, я приготовил много интересных картинок, да, такое кино можно будет слушать, смотреть. Вот, не судите строго, да, вот то, что у меня получилось, то получилось. Единственное, я хочу сказать, да, что вот я рассматриваю, так сказать, божественную комедию, да, через призму гештальт-подхода. И когда я начал, ну, подготовку, да, я посмотрел, трудность в том, что я не читал Данте в оригинале, да, ну, у меня трудности с итальянским языком, я его просто не знаю. Вот. И я читал переводы, да, так вот на русском языке есть там 7-8 переводов, да, и если вдруг, да, вам захочется после моего рассказа как-то познакомиться, да, то каждый перевод, я понял, что это, в общем, совершенно разные произведения. Да, вот, что автор, ну, каждый автор переводит сюжет, да, но с разным смыслом, да, и смыслы разные, да, так вот, так сказать, тот перевод, на который я опирался, да, по рекомендации знающих людей, то есть тех, кто читал в оригинале, да, или знаком с текстом, да, это перевод Лозинского, да, так сказать, я буду иногда его цитировать, да, это вот, так сказать, тот перевод, который максимально передает смысл, который, собственно говоря, заложен, да. Ну и вот, собственно говоря, да, так сказать,
карантин прошел не зря, да, так сказать, в течение 2 месяцев, апреля и мая, да, получилось так, да, что вышла книга, да, которую вот обложку я потом покажу, да, так сказать, книга, которая получила вот такое название «Гештальт-терапия» Данте Алигьери, да, в которую в основу лег, ну вот, тот продукт, да, который получился, да, в результате вот такого творчества моего, да, за период карантина. Да, вот, это удачное время, не надо было никуда ходить, ездить на работу, да, можно было писать, мечтать, вот. Ну, и я буду, да, так сказать, показывать вам различные картинки, да, презентацию, с которой, собственно говоря, да, поэтому вы будете меня видеть совсем маленьким, да, а больше, да, я буду вам показывать вот те картинки, которые я приготовил для вас, да, и озвучивать, да, тем текстом, который тоже я приготовил, да. Ну, немножко, да, так сказать, тоже про историю, откуда, собственно говоря, да, почему я вдруг заинтересовался Данте Алигьери, да, или Божественной комедией, чего вдруг, да. Дело в том, что когда я, ну, раньше, да, так сказать, читал и смотрел на это произведение, да, то я, в общем, думал, что, ну, в общем, Данте такой средневековый религиозный товарищ, который решил, так сказать, так, ну, неправедных людей подпугнуть и создал такой хоррор, да, такое, в общем, ужасное произведение, чтобы вот описать ад, да, и, в общем, все напугались и стали как-то лучше себя вести. Вот. Ну, и как-то, ну, в общем, так и есть средневековье, что делать, люди темные, да, вот. И некоторое время назад, да, так года полтора-два, да, так сказать, я в одном... слушая лекции Александра Семеновича Филоненко, это такой, так сказать, философ украинский современный богослов, он, в общем, начал пересказывать идеи Франко Нембрини. Франко Нембрини – это такой современный тоже богослов, педагог, преподаватель в Италии, он преподаватель итальянского языка и литературы. И вы знаете, да, так сказать, вот в Италии, да, вот как у нас есть, да, так сказать, люди, изучающие творчество Пушкина, да, такие вот пушкиноведы, да, ну вот в Италии, да, так сказать, люди также изучают Данте, да, так сказать, заучивают его наизусть, там, анализируют, интерпретируют, и он вот, в общем, таких передовых дантоведов, да, вот. И я начал искать первоисточники, нашел книгу, да, точнее, это 3 книги, да, «Ад, чистилище и рай», Франко Нембрини нашел, да, так сказать, книга, которая называется «Данте, поэт желания». Это было интересно, да, потому что, ну, собственно говоря, Нембрини рассматривает Божественную комедию с точки зрения христианской антропологии, да, так сказать, там, в общем, про психотерапию ничего нет. Да, но когда я стал читать, я удивился, да, то есть поэт желания, это в смысле Данте, воспевающий желание. Да, и, в общем, когда я прочитал эту трилогию, да, я понял, что, в общем, там очень много идей, да, которые мне очень знакомы, да, которые я вот знаю из гештальт-теории, да, которые я знаю вот из практики. И я, в общем, да, так сказать, вот... начал разворачивать, да, эту идею, потому что Данте как поэт, да, воспевающий, как развивается желание, ну, собственно говоря, это про гештальт, да, как развивается потребность, это то, что, да, так сказать, то, чем гештальт-терапевт и занимается. Вот. Ну что, да, для того, чтобы, да, нам рассматривать Божественную комедию с позиции гештальт-подхода, да, нам нужно ввести некоторые такие допущения, да, так сказать, ну, в том, чтобы вы меня понимали, я не проповедник, да, христианский, но мне нужно будет использовать некоторые термины, да, вот, в том числе те, которые использует Данте, да, ну и в первую очередь, да, это понятие Бога. Да, нам надо как-то с этим обойтись. Да, и вот под концепцией Бога в данной работе, да, я буду понимать
концепцию окружающей среды. Да, почему? Сейчас поясню. Да, что, во-первых, Бог является окружающей средой для человека. Да, человек появляется в мире, созданном Богом. Ну, как-то если мы берем, да, такую христианскую доктрину. Да. Вот. И Бог, Бог проявляется, да, в каждой части этого мира, да, который он создал. И Бог – это что-то внешнее, да, так сказать, для организма, для человека. Да. Соответственно, да, так сказать, Бог – это, так сказать, ну, или часть, да, или если мы как говорим, что все это Бог, да, этот мир создал Бог, и он в каждой части его, да, присутствует, да, то, собственно говоря, это окружающая среда. Вот, ну, в том числе, да, человек, если, опять же, мы берем, да, такую христианскую идеологию, да, создан Богом, и организм появляется из окружающей среды. Да, ну и, собственно говоря, чтобы удовлетворять свои потребности, организм обращается к окружающей среде, да, то есть, собственно говоря, взаимоотношения, да, человека и Бога – это абсолютно знакомая нам полевая перспектива, да, теория поля, организм – среда, да, вот это отношение человека с Богом, да, и контакт человека со средой, да, очень похож на контакт человека с Богом, да, на его отношения. А еще один, да, и это, в общем, да, это про контакт, да, это про контакт, про контакт человека с Богом, то есть, в общем, вот произведение, да, Божественная комедия, как, на мой взгляд, это контакт, это произведение про контакт человека с Богом, да, про границы контакта, да, ну, и, собственно говоря, так же, как нет среды без организма, организма без среды, да, то нет Бога без человека и нет человека без Бога, да, ну, то есть, как бы, вот, одного без другого не существует. Да? Кроме того, да, поскольку мы обычно в гештальт-подходе рассматриваем все-таки больше, да, уделяем внимание такой социальной части окружающей среды, да, ну, то есть отношения с людьми, да, с другими. Там. Особенно, когда мы говорим про психотерапию, да, это там отношения там, с родителями, еще с кем-то, да, то второе такое понимание, да, Бога может быть здесь, да, так сказать, заимствовано из концепции экзистенциальных философов, да, концепции другого, другого с большой буквы, да, так сказать, вот другого, который, которого описывает, да, вначале Жак Лакан, да, который пишет, что желание обретается только как желание другого, да, что желание... да, то есть все наши желания – это желание другого, причем желание другого в двух смыслах, да, то есть мои желания – это вообще изначально желание кого-то, то есть я могу желать только то, что уже, да, возможно желать, да, то есть уже кто-то это хотел. И второй смысл, да, этого – это что мое любое желание – это желание другого, как достижение другого, да, как движение к другому, как движение навстречу другому. Да, опять же, другому с большой буквы, да, имеется в виду, да, такой концепт. Вот, и концепцию другого я не буду сейчас уделять большого ей внимания, да, за отсутствие времени, да, так сказать, концепцию другого описывали такие экзистенциальные философы, идеи которого легли в основу экзистенциальных подходов, в том числе в гештальт-подход, как Семен Франкл, Жан-Поль Сартр, Мартин Бубер, Эммануэль Левинас. Ну и об этом я еще, так сказать, к этой идее я вернусь. Вот. Таким образом, да, получается, что поскольку если любое желание – это желание Бога, да, желание другого, желание контакта с окружающей средой, да, так сказать, и если желание разворачивается как движение к среде, да, что мы знаем из гештальт-подхода, или как движение к Богу, если мы будем, да, так сказать, вот, смотреть это у Данте, да, то предательство этого желания или прерывание этого желания – это предательство Бога. Да, это предательство, собственно говоря, прерывание желания, да, это прерывание отношений с Богом, прерывание, так сказать, любви к Богу и так далее. Вот. Ну, в средние века макрокосм и микрокосм считались такими зеркальными отражениями друг друга. Поэтому, когда Данте описывает, да, изображает такую внешнюю вселенную,
да, ад, чистилище и рай, да, то он одновременно описывает как, ну, как внешние какие-то, да, объекты или ситуации, события, да, но также, да, так сказать, есть ад, чистилище и рай, да, как внутреннее состояние психики, да, которое мы переживаем как ад, да, как рай, да, или как чистилище, который, собственно говоря, я думаю, что дальше, да, может быть, у меня получится, да, донести до вас, да, которое вы увидите, что есть в жизни каждого из нас. Вот. И, собственно говоря, да, это произведение очень интересно тем, что вот, давайте, да, я все-таки открою презентацию. Вот. Да, вот эта книга, да, которая, обложка книги, да, которая, собственно говоря, получилась в результате моих измышлений, да, ну вот Данте Алигьери, да, так сказать, итальянский поэт, такой вот великий деятель Италии, да, и который вот, да, жил в XIV веке. Написал там несколько произведений, да, но наиболее известная «Божественная комедия», про которую мы будем говорить с вами, вот, и, собственно говоря, да, в этом произведении Данте выступает в двух ролях. Он автор, да, который, ну, читает текст, да, как бы за кадром, да, и «Божественная комедия» устроена так, что главный герой, да, тоже Данте, да, который вот проходит, да, весь этот путь от чистилища и рай, да, вот. И, собственно говоря, тот тезис, который я выдвинул, да, в аннотации, да, что, на мой взгляд, «Божественная комедия» Данте Алигьери – это такое средневековое руководство по психотерапии. Причем именно, да, психотерапии, психологической помощи и наиболее близко, да, это скорее гештальт-подходу. Вот, ну, как мне кажется, да, есть, правда, конкурирующая фирма, да, так сказать, есть работа супругов Шауб, да, которые описали, да, так сказать, «Божественную комедию» с точки зрения психосинтеза, да, ну, все-таки я настаиваю на своем, да, что все-таки это про гештальт. Вот. Причем это средневековое руководство, да, такое руководство, ну, скажем, прямого действия, да, как, скажем, ну, знаете, такие книги типа там, «Помоги себе сам», да, вот ты читаешь, да, ты смотришь, как Данте проходит ад, чистилище, рай, и, в общем, это так терапевтично, да, для средневекового человека, но, на чем, опять же, я настаиваю, что для современного тоже, да, если, как бы, вот попробовать помыслить это не как такую страшную сказку, да, а как вот такое, да, именно терапевтическое руководство. Вот. И по сути дела, да, так сказать, на мой взгляд, вот эти три этапа, да, ад, чистилище, рай, который описывает Данте, это такая, ну, терапевтическая программа, ну, типа 12 шагов, да, в которой есть три части, о которых я дальше тоже попытаюсь рассказать, да. Первая часть – это ад. Да, вторая часть этой терапевтической программы – это чистилище, да, и третья часть – это рай. Да, ну и назначение каждой из частей я тоже, да, чуть позже скажу. Вот. Ну, начнем немножко, да, с того, в чем, собственно говоря, да, так сказать, про потребности и желания, да, средневекового человека. Ну, Данте пишет про желание, да, он не называет это потребностью, да, ну, я здесь немножко обобщу, да, то есть я буду то, что в гештальт-подходе понимается под потребностью, да, понятно, что желание, потребность, так, с чисто академической точки зрения, не одно и то же, да, все-таки желание такое предмеченная потребность, вот, ну, здесь мы объединим это понятие, да, я буду говорить желание, имею в виду и желание, да, и потребность, вот. Как, какая же, собственно говоря, да, как у Данте, да, так сказать, что говорится, да, про желание, про потребности, почему Данте, да, воспевает развитие, да, и прерывание этих самых, собственно говоря, желаний. Ну вот по мнению ряда авторов, в том числе Филоненко Александр Семенович, да,
описывает в том, говорит о том, что современный человек, да, в сравнении со средневековым человеком, когда Данте писал это произведение, да, намного более скован в своих желаниях. Да, то есть он немножко по-другому относится к своим желаниям. Четыре, да, есть такие, да, тенденции в современном обществе. Там кажется, что современные люди, наоборот, более распущены, да, а вот средневековые, они, наверное, были более такие, да, сдержанные все-таки, они там, да, были религиозные люди. Это не совсем так, да, я не буду сейчас вдаваться, так сказать, в содержание, да, дело в том, что религия, да, религия, быт и мораль, это были вообще три разных слоя, да, у нас сейчас быт и религия немножко, да, и мораль, да, в общем, немножко эти вещи, так сказать, диффундировали, вот. Ну, тенденции этой вызваны следующими причинами, да, человек одновременно современный стремится к получению наслаждения, это о чем пишет Славой Жижек, да, современный философ, и одновременно пытается избежать страданий. Ну, что естественно, да, хочется поменьше страданий и побольше удовольствия, но удовольствие мы переживаем в теле. Да, когда мы получаем удовольствие, мы так тело эксплуатируем. Вот. И, соответственно, да, возникает тревога, да, что если как-то это тело перегружать удовольствиями, ну, много секса, много алкоголя, много удовольствий, да, то оно сломается и будет одно страдание. Да, и тогда человек начинает, да, останавливать причину наслаждений, да, так немножко притормаживать. Да, а причина этих наслаждений – это желание, да, получение удовлетворения. Вот для того, чтобы не перебрать с этим, да, человек начинает сдерживать, и так появляются такие, да, интересные вещи, как, например, там, безалкогольное пиво или сигареты без табака. Вот. Вторая тенденция, да, так сказать, или причина, да, этой тенденции сдерживания желаний в современном обществе, это то, что часто взрослые, ну вот практикующим психотерапевтам, наверное, это очень знакомая история, да, часто родители детям рассказывают, что они должны хотеть, да, что правильно хотеть, и рассказывают, что хотеть, ну, плохо, да, вот как-то это ты не хочешь в школу, да, ну, так сказать, так нельзя, да, ну, и педагоги тут, так сказать, в общем, вот этот хор присоединяются, они говорят, да, каждый ребенок должен хотеть учиться, ты должен понимать, что тебе это надо, ну, и дети перестают слушать свои желания, да, они, в общем, начинают ориентироваться вот на эти вещи. Третья, да, причина – это в том, что современная окружающая среда, в общем, не очень способствует развитию желаний. Да? Например, да, так сказать, ну, с появлением цифровых технологий интернета. Да? Ну, например, раньше, если ты хочешь реализовать свое желание, да, допустим, я не знаю, ты хочешь себе купить какие-нибудь, я не знаю, новые модные ботинки, да, то это, в общем, целая история, да, тебе надо узнать, где, когда они будут продаваться, отстоять очередь 3 часа, там, купить, да, такие ботинки размера на 2 больше, потом их обменять на нужные, и, в общем, это целая, так сказать, история. То есть человек находится, да, в своем желании очень длительное время, и окружающая среда создает такое препятствие, да, так сказать, ты продираешься через окружающую среду, чтобы удовлетворить, и возбуждение растет, и ты понимаешь, насколько ценно и важно то, что ты хочешь. Или, если не важно, то ты так бросаешь это дело на раннем этапе. А сейчас, да, так сказать, окружающая среда, вот интернет-технологии, интернет-магазины, это такая активная история, даже агрессивная, да, что ты только открываешь интернет, и, в общем, тебе уже, если ты смотрел ботинки месяц назад, да, то тебе уже этих ботинок предлагается в большом количестве разных, да, каждый день. И тебе нужно, да, так сказать, уже не достигать своего желания, да, просто выбирать, да, то есть ты не успеваешь понимать, вообще ты хочешь это или нет, да, или это хочет среда, да, тебя. Ну и четвертое, да, это то, что тоже очень понятно гештальтистам, да, в современном обществе существует представление о том, что есть желание, ну, это такая идея, да, что есть желание хорошее, есть желание плохие. Вот, ну, собственно говоря, да, ты можешь хотеть хорошего, а можешь хотеть чего-то плохого. И надо выбрать, ну, в общем, если ты хочешь хорошо жить, да, таким быть хорошим человеком, то надо, так сказать, выбрать хорошие желания, так сказать, вот иметь, а плохие, ну, как-то в сторону. Но поскольку мы помним, да, что любая потребность развивается сначала как ощущение, да, в теле, смутное ощущение, мы еще не знаем, про что это, да, но если мы на этом этапе начинаем уже пытаться понять, это хорошее или плохое ощущение, да, то, собственно говоря, начинает человек испытывать тревогу,
а вдруг это что-то плохое я захотел, да, вот, и чтобы эту тревогу не испытывать, в конце концов, он, в общем, начинает отказывать себе в своих желаниях, да, и поэтому вообще современные люди очень-очень сдержаны, да, в отличие от средневековых, а по мнению Данте, да, средневековые люди считали, что желание – это исключительно только хорошие вещи, да, то есть, что желание – это всегда хорошо. То есть, почему хорошо, да, потому что любое желание – это подарок Богу. Любовь, что движет солнце и светило, как пишет Данте, да, все, что приводится, все, что движется, да, приводится в движение Богу. И импульс, который у меня появляется внутри, как желание, да, это божественный импульс. Да, это от Бога, это Бог меня привлекает, зовет к контакту, к отношениям с Ним, да, к контакту с окружающей средой, к миру, созданным им же, да, привлекающим меня. И поэтому, да, все желания от Бога, Бог не может создать ничего плохого, да, поэтому все желания хорошие. А вот дальше, да, Данте повествует о том, как, что человек делает с этими желаниями, да, как он их развивает, да, каждый день, на протяжении своей жизни, да, и либо он, да, так сказать, это желание делает из этого добро, да, либо он делает из этого желание зло, выбирая те способы и средства, да, которые так искажают это желание, да, или что-то делают с ним, о чем я чуть позже расскажу, да, что, собственно говоря, становится злом, да, вот. Данте говорит, что все желания возникают от встречи, да, или контакта, да, что желание – это есть желание встречи с Богом, что в любом желании, да, поскольку это движение наружу к окружающей среде, да, то в любом желании есть, оно как бы инициировано Богом, да, так сказать, оно от Бога, раз оно движение, да, и это движение к Богу, да, вот. И в художественном произведении Данте, да, в «Божественной комедии» все три части, да, заканчиваются словом, ну, у Данте звезды, латинский переводит это как «светило». Да, так сказать, мы вышли и увидели светило. Да, так сказать, это каждая часть, да, заканчивается словом светило, да, любовь, что движет солнцем и светилом, заканчивается рай, да, из ада вышли, да, увидели звезды, да, или увидели светило. Вот, то есть эта метафора звезды очень интересная, да, потому что эта звезда – это то, что человека привлекает, да, но то, что недосягаемо в итоге, да, но то, что движет желание достичь эту звезду, да, это метафора Данте, да, так сказать, очень похожа на метафору желания. Вот. Поэтому желание – это всегда желание отношений с другим, отношений со средой, желание контакта, да, это то, о чем пишет сейчас такой современный автор в гештальте Маргарита Спаньола Лоб, тоже итальянка, минутку, да, которая пишет, да, что интенция, да, контакт – это всегда такое, ну, то есть желание любое, да, это стремление к контакту, да, что в нем есть всегда движение, да, к контакту с окружающей средой или контакту с кем-то, да, то есть контакту с другим, да, и нужно поймать это, да, и развить, помочь клиенту развить. Вот, и история желания – это история встречи, да, история встречи, история отношений, да, с кем-то другим, да, и если мы чувствуем всем желание, то нам очень важно понять, да, с кем, да, или с чем, да, вызвана встреча, да, какой встречи вызвано это желание. Вот, и, как я уже говорил, да, это, в общем, восприятие среды с точки зрения полевой перспективы, на которой, собственно говоря, стоит гештальт-теория, да, что организм и среда неразрывны, да, и любая потребность, да, движется из организма изнутри наружу, да, к окружающей среде, то есть к контакту с окружающей средой. Вот. Что же дальше, да, так сказать, что же здесь такого, как это становится злом? Да, как это становится злом? Зло получается, когда человек, да, отделяет себя от отношений с Богом. То есть, когда организм считает, да, что со средой не надо строить отношения, что среда – это такие, ну,
такого объекта, да, служащий для удовлетворения своих желаний, и средой нужно овладеть просто, да, так сказать, среду нужно взять и присвоить. То есть, по сути дела, да, нарушение, да, так сказать, вот субъект-субъектные отношения по отношению к среде, это такая божественная история, да, а субъект-объектная – это история дьявола. Да, что делает дьявол? Да, дьявол прерывает, да, развитие процесса удовлетворения желаний, да, через присвоение. То есть зло получается, когда человек движется к своим желаниям, а дьявол ему говорит, ну, это желание принадлежит только тебе. Это не желание твое и Бога, это не желание принадлежит тебе и среде, да, окружающей, а это только твое желание. Да, вот это такая индивидуалистическая доктрина. Вот. Поэтому, да, это только твое желание, забери то, что ты хочешь, и присвой его себе. Да, ну, нравится тебе девушка, давай, да, забирай ее себе. Вот. И слово «символ», да, с греческого происхождения обозначает «соединять», «объединять» и «различать». Да? То есть, в общем, когда человек присваивает желание, да, объект желания, да, то он понимает, что это немножко не то, что он хотел. Да? То есть, как бы ценность этого желания сразу падает, да, как прерывается цикл контакта. Ну, вот если мы возьмем пример, да, такой же, да, свадьба, да, так сказать, вот конфетно-букетный период, желание развивается, хотим быть вместе, вот штамп поставили в паспорте, вместе теперь. Да, ну, какой-то еще, да, так сказать, месяцок, да, вроде как-то мы это радуемся, отмечаем, потом понимаем, что, ну, в общем, как-то это не то. Как-то это, так сказать, энергия упала, и что-то это, в общем, ну, не то, что хотелось, не то, чем было изначально, да. Вот. То есть, когда мы присваиваем, да, это желание, да, что мы говорим только наше, и мы его забираем, да, то процесс отношений со средой прерывается. Вот это и есть, да, так сказать, такое вмешательство дьявола, которое описывает Данте. Да? Ну, как я уже говорил, слово «символ», да, от греческого происхождения происходит от слова «различать», «соединять», «объединять». Да? Символ – это то, что объединяет. Да, означаемое со значающим, да, то есть символ это про соединение, да, и про, соответственно, это про границу контакта. И символ, да, это развлечение, да, а диабло, дьявол, да, происходит из греческого, означает поперек и разделение, да, то есть символ развлечения, да, смотрите на экран, а дьявол разделение. Да? То есть дьявол разделяет окружающую среду, отделяет окружающую среду от организма. Да, он говорит, что нет, организм, среда это не одно целое, да, никакого теории поля нет, которую Курт Левин потом в 20 веке опишет. Да? Вот. А есть только ты. Да, и когда человек забирает объект, да, он, как я уже сказал, он понимает, что это мельче, чем то, что казалось изначально. Да? И, как правило, люди действуют двумя путями, да, так сказать, первый путь – это взять и присвоить, ну, например, да, так сказать, вот вы идете по саду и видите розу красивую, да, первый путь, который обычно видит большинство людей, да, это сорвать, принести домой, поставить в вазу, да, ну, через какое-то время мы понимаем, что, да, так сказать, вот как-то удовольствие от этого вдруг, да, упало, да, то есть, когда она росла в саду, было так красиво, пахло хорошо, а сейчас и не пахнет, и, в общем, и уже не то. А второй путь, который обычно люди видят, да, так сказать, это отказаться, да, говорит, нет, надо быть скромным, ну, нравится девушка, не надо, у тебя уже есть дома, да, другая, вообще надо быть скромным, сдержанным, да, нравится цветок, не надо рвать цветы, это плохо, да, ну, в общем, иди дальше, да, и это тоже прерывание, желания. И Данте показывает, что есть третий путь, это путь служения или путь отношений, да, путь контакта, да, что если я, да, буду продолжать строить отношения с этой розой, да, и через нее с Богом, то есть если я буду приходить к ней, поливать, общаться с ней, да, она расцветет, и я буду получать от этого процесса тоже удовольствие, да, то есть процесс желания будет продлеваться и продолжаться. Вот.
Ну, немножко, да, так сказать, ну, соответственно, да, останемся еще пока здесь, да, соответственно, да, с точки зрения Данте, жизнь – это желание и стремление, движение к своему желанию, да, а ад, да, это прерывание, и Данте описывает, да, вот в первой части ада, да, он описывает, какими способами, собственно говоря, человек прерывает свои желания, да, как он отказывается от своих желаний, как он разрывает поле, да, и как он прерывает отношения с Богом. Да, немного, 9 способов, некоторые из них имеют еще подвиды. Ну, про ад мы еще поговорим. Вот. Немножко история Данте, да, собственно говоря, чего Данте побудило написать божественную комедию, да, так сказать, история его самого. Значит, Данте Алигьери в 1276 году, когда ему было 9 лет, приходит в церковь с родителями, и встречает там девочку, которая ему очень нравится. Он смущен, да, он так не признается в этом, да, но красота этой девочки как-то тронула его, да, вот эта встреча, которая, да, состоялась. Эта девочка, зовут ее Беатриче, это дочь друга отца Данте, Фолько Портинари, вот, и всего лишь через 9 лет, да, Данте встречает ее, будучи уже, да, более взрослым, встречает ее на улице во Флоренции. Да, и тут происходит, да, так сказать, интересное событие, да, так сказать, это 1283 год. Беатриче гуляет с подружками, да, по набережной. Данте стоит, да, наблюдает, и он видит Беатриче, замечает, смотрит на нее, и здесь она, так сказать, поворачивается к нему, и тоже они встречаются глазами. Да, происходит то, что мы называем экзистенциальной встречей. Да. Данте это так трогает, что он приходит домой, да, и начинает писать сонеты, свой первый сонет, да, который становится основой, да, дальше он посвящает Беатриче многих таких сонетов, символично называя его «Новая жизнь». Да, то есть вот после этой экзистенциальной встречи его жизнь, да, так поменялась, он чувствует вдохновение, пишет сонеты, посвященные Беатриче, да, вдохновлен этой встречей. И вдруг, да, в 1290 году происходит ужасное событие. Беатриче умирает внезапно, да, в возрасте 23 года. Данте, в общем, потрясен. Да, он еще пишет несколько сонетов на, вот, в горе, да, так сказать, посвященных Беатриче, но он потрясен, да, и потрясен он тем, что он не понимает, да, как человек религиозный, почему Господь отнял у него любимую. Да, что он сделал не так? Да, он любил, писал, да, был вдохновлен, такое светлое чувство. А любовь – это божественное чувство, да, любовь к Беатриче – это, в общем, явно от Бога. И вдруг Бог, да, лишает его, да, этой любви, да, что же произошло? Это так потрясает его, что он даже перестает писать и решает, что он не будет писать, пока он не разберется в этом вопросе. Да, почему? Да, что не так? Да, вот. И... Собственно говоря, да, так сказать, какое-то время он пытается с этим разбираться. Да, и когда он с этим разобрался, да, так сказать, то он начинает писать божественную комедию. То есть божественная комедия – это, собственно говоря, результат, да, его такого опыта, понимания, да, так сказать, вот, и такой реабилитации, да, его, да, так сказать, вот от этого потрясения. Значит, Данте продолжает жить дальше, да, причем, ну, если мы возьмем его историю, да, он вообще женат, у него дети, у него много событий, которые в его жизни происходят, да, так сказать, он изгнан из Флоренции, ну, я, опять же, не буду сейчас, да, уходить в такую его историю, если вы хотите, да, про это много написано, посмотреть, да, ну, в общем, Данте к 35 годам, да, становится достаточно известным знатным человеком у Флоренции. Он, во-первых, выходец из такой знатной семьи, он становится известным и признанным поэтом, философом, получает признание в обществе, да, более того, он достаточно мужественный человек, он военный, он всадник, да, он участвовал в сражениях,
И вдруг, да, он понимает, да, ну, что с точки зрения внешнего наблюдателя, он достаточно успешный человек, да, в обществе. Но вдруг он понимает, да, что он живет не свою жизнь. Да, что другие не могут его понять, да, а он страдает от того, что снаружи он выглядит достаточно успешным человеком, а внутри, да, у него, ну, во-первых, 35 лет, да, наступает экзистенциальный кризис, собственно говоря, возрастной отчасти, да, а второй из-за того, что, собственно говоря, он понимает, что он что-то не то делает, да, в своей жизни, вот, что он не удовлетворяет свои желания. И вот, собственно говоря, он и начинает, да, приступает к написанию к «Божественной комедии», которая описывает, да, процесс такого, да, терапии, как выбраться, собственно говоря, из этого экзистенциального кризиса, да, если ты, так сказать, свои желания, да, прерываешь, да, если ты не удовлетворяешь их, если ты зашел в такой тупик, да, то что дальше делать? Да, вот это руководство, собственно говоря, Данте описывает, да, так сказать, ну, как свой путь, да, и как, собственно говоря, руководство для других. Вот, ну, начнем, да, с первой части этой реабилитационной программы, да, это ад. Да, земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины. То есть Данте начинает свое путешествие в Страстную неделю в 1300 году. Это путешествие занимает у него, то есть программа не длинная, 7 дней всего, а, да, так сказать, от чистилища и рай, да, такая краткосрочная практически на сегодняшний, на взгляд, терапия. Вот, то есть Данте, да, 35 лет, земную жизнь пройдя до середины, то есть кризис середины жизни, да, Данте оказался в сумрачном лесу. Да, сумрачный лес, да, это, с одной стороны, да, его такое сумрачное неудовлетворенное состояние, близкое к депрессии, да, второе, да, это, собственно говоря, потеря осознанности, да, но сумрачный лес, да, так сказать, в общем, света нет, да. Значит, и, собственно говоря, да, в этом кризисе, как описывает Данте, да, он видит, вот если он описывает произведение, да, он видит вдруг, оказавшись в этом лесу, свет, холм, да, и над этим холмом встает солнце, да, и Данте видит свет, и что он делает? Он стремится к этому свету, да, из сумрака, да, он стремится к, ну, к светилу, да, которое символизирует, да, вот это желание Бога, да, движение к свету, и он пытается выйти из этого сумрачного леса. Да, но не все так просто, да, оказывается, да, он встречает трех животных. Первое, да, сперва он встречает пятнистую рысь, да, которая преграждает ему путь. В христианской мифологии это символ греха, сладострастия и похоти. Рысь преграждает путь Данте к свету, да, и он пытается обойти, ну, как многие люди, которые сталкиваются с препятствием, да, пытаются сначала, да, его как-то обойти. Да. Он пытается обойти, но навстречу, да, выходит ему второе животное, это лев. Да. Лев – это символ в христианской мифологии греха, гордыни, да, так сказать, власти, гордыни, да, и он пытается обойти льва, да, и навстречу ему выходит третье животное, да, это волчица, символ корыстолюбия, алчности. И он понимает, что все, ему на холм не попасть, да, ну, то есть он как-то, этими, так сказать, сил у него уже нет, да, и что он делает, да, ну, он пытается вернуться обратно в лес, да, вот. И, собственно говоря, да, эта история, да, очень знакома всем, да, кто знаком с гештальт-теорией. Да, этот холм, да, в 20 веке Пол Гудман его очень хорошо обрисовал. Да, это холм желаний,
да, на который каждый человек пытается забраться периодически, да, вот, но не всегда это получается, да, иногда человеку встречается пятнистая рысь, иногда лев, ну, а иногда волчица. Да, и эти три животных, да, не дают человеку завершить свое желание. Да, ну и, как правило, да, из этого пути есть, из этой ситуации есть два пути. Да, как мы видим, да, у многих наших клиентов, часть из них пытается, да, все-таки преодолеть этих трех животных. Да, преодолеть, исправиться с сопротивлениями, они говорят, нет, надо собраться, надо еще, ну, я не знаю, да, подкачаться, нужно еще, так сказать, ну, значит, ты плохо хочешь просто, да, нужно сильнее хотеть, да, или тебе навыков просто не хватает, нужно просто, да, вот еще как-то побороться, да, не сдаваться. А вторая часть людей, да, говорят, нет, ну что ж, да, ну не судьба, в принципе, в лесу тоже можно жить, да, есть таблетки, в конце концов, да, можно адаптироваться в лесу, и, в общем, там и жизнь свою прожить тоже, так сказать, ну, живут же люди, да, собственно говоря, и в лесу. Вот, но есть и третий путь, да, который показывает Данте, и это, в общем, да, путь знакомый тоже всем нам, да, что делает Данте? Да, Данте неожиданно видит рядом с собой человека, да, какой-то силуэт, и он обращается к нему. Да, по-итальянски это звучит «мизерере», да, то есть, ну, что переводится как «помилуй» или «помоги». Да, то есть третий путь – это обращение за помощью. Да, и это очень важно, это такой ключевой момент, да, так сказать, в этой истории, ключевой момент, да, потому что любая терапия начинается с того, что человек должен осознать свое бессилие перед этими тремя животными, да, и обратиться за помощью, да, потому что если он, да, за помощью не обращается, да, то, собственно говоря, да, никакая, да, дальнейшая история, да, дальнейшая терапия невозможна. То есть первый, да, и важный шаг в этой истории, да, это признать бессилие, да, и обратиться за помощью, да, прийти на терапию. Вот. И человек, который, да, его видит, который видит Данте, к нему обращается, ну, как бы говорит ему, да, что, знаешь, ну, Данте к нему обращается, да, «Спаси, возвал я голосом унылым, будь призрак ты, будь человек живой». Ну и человек этот ему отвечает, что он вообще не живой, он мертвый, зовут его Вергилий, да, Публий Вергилий Марон, да, античный поэт, да, причем этот поэт, которого Данте очень любит, да, это такой не случайный, да, и не случайный человек здесь, да, и, собственно говоря, Данте рассказывает ему, да, о своей беде, о том, что вот он хотел на холм, да, и три животных ему туда забраться не дали.